Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Мы продолжаем играть в игру Зомби Страйк. Так, что у нас тут за достижение такое? Получить 10 наборов фиолетового снаряжения. Ну что ж, неплохо. Так, квесты, по-моему, по квестам мы с вами... Да, до сих пор я это задание не могу, ребята, сделать, потому что не хватает у меня вот этого вот монстра. Нет его, ребята, просто нету. Монстров тьмы у меня, к сожалению, нету. Так, мы сможем с вами вызвать трех базовых. Но это, ребят, бесполезно, потому что постоянно такая ерунда выпадает, если честно. Ну, понятно, двухзвездочный. Давай посмотрим, кто здесь у нас. Опять двухзвездочный и последний вообще одна звезда. Так, бесплатно, а ну-ка. Четырехзвездочный, ну так не... Билли. Угу, понятно. Будем знать, что у нас есть Билли. Так, смотрим дальше. Рюкзак. Так, мы можем с вами... Кто это такой? Кровавый злодей. 4 звезды. Давайте пригласим. Обязательно. Так, достижение достигнуто. Я еще какое-то сделал, ребята, достижение. Так, давайте-ка глянем. Получаем. Ага, получить 10 героев 4-звездочных. Понятненько. Так, смотрим гайд по выживанию. Что у нас здесь отмечено? Вот здесь. Интересно, конец света. 10, ребята, осколков получаем с 4-звездочного героя и нож 2-звездочный. Ладно, так. Ну, события понятно, ребята. Нам еще 9 часов надо ждать, чтобы я получил вот эту вот пилу себе. Так, ограниченные события тоже нам пока не нужны. По-моему, я сегодня уже сделал, ребята, все задания, да? Получить награду за выживание 2 раза. Так, погоди-ка, за выживание это в плане где? А, вот здесь. Ну, давай сделаем бесплатно и 20 гемов заплатим. Все, ребята, это задание мы с вами сделали. Получили с вами жетон и 100 кристаллов. Замечательно. Так, у нас с вами есть кристалл, можно... Ой, кристалл. Есть фишка, поэтому я думаю, что можно ее, в принципе, крутануть. Что у нас тут в таверне? Так... Ага, это продано, я вижу шлем. Атака 145, аксессуары стоит 120 кристаллов. Хм. Заманчиво, но я не буду, ребята, брать. Что у нас тут? Получить и отправить, естественно. Так, тут у нас полученные заявки. Конечно же, ребята, я... Погоди-ка, а разве... Разве у меня нету этого брать... Машадар. Слушайте, по-моему, я с утра сегодня их принимал. Так, давайте-ка глянем в гильдии. Ну да, Машадар. И вот почему они только сейчас ко мне прибыли, если я их с утра уже, как говорится, принимал. Так, Артанис, это стопудово наш русский. Так, Дарк. Игрок присоединился к гильдии. Так, хорошо, а что так с каким-то, ребят, опять с запозданием у нас все это идет? Мне же прям вымораживает, если честно. Так, давай попробуем Артаниса завербовать. Ага, все, отлично, он к нам пришел. Ну, ну ладно, хорошо. Так, Дарк. Дарк. Ну, посмотрим, ребята. О, практически как у меня, прокачанный герой 60 уровня. Хорошо. Александр, 39-й. Вау, здесь вообще полтишок, ребята. Полтишочек. 50 уровень уже человек имеет. Нутти. Так, я не могу понять, что здесь опять за задержки. Давайте как-нибудь по-быстренькому-то присоединяйтесь. Что опять с игрой? Вроде бы ничего не грузится. Хотя я, ребят, на сервер, честно говоря, с трудом присоединился. И опять какие-то у них там технические работы или еще что-то в этом роде. Ну, давай вот так вот сделаем. Может быть, оно так быстрее все прокатит. Ну что, осталось 4 героя, ребята. Это Артанис, Дарк. Потом вот это вот 130, ну как вот так называть, да? Человека. Так, Нутти. Нутти, а почему у тебя всего 2 персонажа? Непонятно. Ну что же, ух, сколько уже у нас ребят. Все, ребят, давайте с этим мы пока завязывать. И будем идти на рулеточку. И, ох ты, у меня 10 жетонов. А это хорошо, ребята.
Тогда... Так, 10, да? Давай, по... Ага, нужен VIP. VIP 2, чтобы я смог сразу прокрутить 10 раз. Ну что ж, будем по одной. Так, получили души, так называемые. Крутим далее. И... Оп! Понятно. Камень прогресса. Ну, точнее, это жидкость какая-то там. Банка прогресса, можно ее так назвать. Опять души. Крутим, ребята, крутим. 6 попыток еще у нас есть. Так что? Понятно, это для камня. Усилитель. Ну что там, что? Ну, не подведи батьку. Блин, совсем немножко, ребята, вот до этого персонажа не хватило, да? Докрутить. Ну-ка, сейчас. 10 тысяч голды заработали. 3 попытки осталось. Ага, понятно. Банка усиления. Да елки ты палки, ну что ты, а? Ну дай ты мне вот этого персонажа. Я, правда, честно говоря, не знаю, хорош он или нет. Просто хочу, чтобы он мне выпал, и все. Ну, как видите, ботинки я здесь уже, ребята, забрал. Нет, все, ребята, это последняя попытка, наверное, да. Ничего у меня здесь не получилось. Супер, требуется уровень. Ага, понятно. VIP-3 или 80-й левел, чтобы я мог крутить суперскую рулетку. Так, здесь меня не пускает, нужен 68-й уровень. В данный момент у меня 37-й. Смотрите, ребят, какие у меня здесь есть персонажи. Из новых, из новых, из новых. А вы, по-моему, все у меня видели. Вот это я не знаю, что за... Ого! Фига, как круто смотрится. Хо-хо! Мазохист какой-то, да, ребята? Во рту шарик, шлем, в общем, все дела. А это кто такой? Ну, это, знаете, типа Джейсона, ё-моё, оборона, Билли. Так, ну вот это тоже у меня, ребята, недавно появился персонаж. Типа индейец какого-то. А вот это я хотел посмотреть. Нифига, чувак. С базукой такой. Ох, хмырь. Кто он? Он контроль. Понятно. Так, вот его. Ну, этот обычный тигр. Да иди ты. Разбуянился. Одна звезда, ребята, нам не нужна. Две звезды тоже. Поэтому давайте их быстренько с вами, наверное, и сольем. Загадочный кристалл у меня есть? Нету. Исключить героя. Естественно, ребята, будем исключать. Вот этих вот один и двухзвездочный. Исключаем. Получить. Так, что дальше мы с вами можем сделать? Пригласить героя. Ну, это понятно все. В башню, ребята, я прохожу, ну, легко и просто, потому что еще, как говорится, не дошел до того предела, где меня могут, грубо говоря, чикрыжить. И, по-моему, я не могу. Да, ребят, я не могу здесь ее пропускать. Мне приходится драться. Так, я не понял, ты что, босс, что ли, нет? Ну, в любом случае, ребята, мы здесь всех завалим. Хотя у них 53 уровень уже. Ага, вот оно как. А у меня 40-е, 34-й. Ну вот, главный персонаж у меня 60-го уровня. Ой-ой-ой, что-то как-то хреновенько мы идем. Но выиграть все равно мы выиграем. Давай, давай, давай. Пробиваем. Побольше массовых ударов, ребята, и все. И дело в шляпе, как говорится. Ничего, в принципе, сложного нету. Так, это у нас 34-й этаж вот этой вот башни. А что у нас по компании? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, добычу. 41-й уровень, ребята, получаем. ГЦ. Поздравляю нас. Так, секунду, подожди-ка, а сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре. 5 этапов, ребята, осталось. Давайте посмотрим, сможем ли мы их здесь пройти, чтобы перейти нам на следующую карту. Хотелось бы, конечно. Но вот с прокачкой здесь, ребята, тяжело, конечно, идут дела у нас. Вечно не хватает то душ, то камней усиления. Поехали. Так, смотрим, ребята, на что способен этот Билли. Ну что я вам скажу, ни на что он не способен, ребят.
Сейчас посмотрим, что он будет делать. Масухой какой-нибудь бомбить, да? Ага. Именно по задним рядам бомбит. Ладно, мы ответку делаем. Так. Не понял, это что такое, ребята? Опа! Вот это круто, ребята, смотрите-ка. Главного персонажа завалили, 60 уровня. А вот тебе и радости. Так, давай вот этих вот говнюшек последних забомбим. Так, так, отлично. 6000 голды, 840 опыта и 2400, ну, якобы душ. Так, это дело, ребята, мне не нравится. Мне нужно как-то персонажа, наверное, своего вот этого вот. А, он же идет у нас только на развитие. А у меня не хватает. И буквально немножечко не хватает-то. Хорошо, давайте посмотрим, кому мы можем с вами влить души. Так, здесь 40-й уровень. Так, здесь платишок. Здесь 40-й. Тут он... Во, давайте сюда вольем. Сделаем до 40. И экипировочку поменяем. Ну, что ты не меняешься? Опять вот эти вот... Так, тихонько, тихонько, ребята, подождите. Улучшить. Ну, давай улучшим. Сколько? 36. Поехали. Здоровье. Хотя, наверное, надо было лучше здесь на крит делать. О! Так, 50 атаки и 2% удара. Все, ребята, больше мы пока здесь ничего не можем улучшить. Но все-таки... Так, героев нужно, ребята, очень много для того, чтобы мы могли с вами, как говорится, трансформацию героев сделать. Пока у нас, ой, очень мало персонажей. Нифига, чувачок. Хо-хо-хо. Хера ты, буйвол такой, блин. Этот тоже нехилый парнишка. Мне нравится, как они все выглядят здесь. Куин, да? Похож чем-то. Фига ты с тисачком с таким, блин. Это что у тебя такое в руках, парнишка? Да что там все время подгружается-то, не могу понять. Так, а если вот этого глянем? Слушайте, такое ощущение, что это Билли, но только улучшенный. Фига, с двумя косами. Так, ладно, давай. А погоди-ка, погоди-ка, ребята, это, по-моему, и есть, да? Так, это у нас... Да, это и есть Билли, улучшенный. Так, это кто такой? Ну-ка, дай-ка гляну. Такой хмырь. О, блин. В руке херня какая-то торчит, смотри. Ого. Вот упырь, да, смотри, что у него на плече. Кислотник какой-то, ребята. Зубы на распашку. Это какой-то узник. Так, ну это у меня. Кстати, вот этот вот, по-моему, ребята, неужели он из вот этого делается? Походу дела, да. Или нет? Хм. Мне почему-то кажется, что вот из этого, скорее всего, делается. Может быть, я не прав. Так, ну это мы видели с вами. Этого зомбаря тоже я видел. Ёкало, он, нифига. А вот это, знаете, ребята, скорее всего, делается вот из этого вот. Трансформация у него такая. Ого. Ну что, прикольные, да, такие, ребята, монстры? А у них трансформация нехилая. Блин, ну, конечно, вот с этими ребятами это полный геморрой. Ребята, они не выпадают просто-напросто мне. Просто не выпадают. Их всего сколько тут? Раз, два, три. Ну, смотри, здесь пять. То есть семеро, да? И здесь. Ну, вот из светлых у меня уже двое есть. Вот этот и вот этот. А из темных нифигашечки пока. Ладно, хорошо, посмотрели и хватит, как говорится. Что у нас там за достижение? Оу, я получил, ребята, какой-то хорошенький броник. Опять же, фиолетовый. Так, и это у нас идет сет. Я так понимаю, ботинки и шлем, наверное, от него, да? Или нет? Так, опять что-то здесь у нас вышло. Так, прибыль. Неужели, ребят, смотрите-ка. Хоба, поздравляем. Так, мы получили с вами пилу. Секунду. Показалось, что что-то еще могу взять. Так, хорошо, давайте отправимся сюда.
И подожди-ка, какой, блин, сюда-то? Мне нужно на героя поставить вот эти вот шмотки, которые я сейчас только что подобрал. На какого они героя подойдут, я пока не знаю, ребят. Так, здесь, смотрите-ка, можем поменять. Воу! Пила, что надо? Ага, костюмы следователя. Здоровье. Это если полностью сет наберем, то это резко исследователя. Кстати, у нас это не фиолетовая, а уже, по-моему, легендарная пила. В общем, самое то, что нужно. Так. Арсенал. Арсенал нам пока не нужен. Также, ребята, у меня еще пока недоступно Оу, храбрый рейд открылся. Так, давайте посмотрим, что это тогда такое у нас. Так, это, я так понимаю, мой HP-клуб испытания. А это что такое? Предметы, необходимые для покупки в магазине храбрецов. Враг. Ага, это мой враг. Ну, довольно жидкий. Я думаю, никаких проблем у нас с разбором не будет. Поехали. А раньше это было закрыто. Видимо, я получил 40 уровень и открылось. Так. Так, нет, вот это стоит. Причем это шаманка, ребята, у всех. Но она здесь не выстоит. Хотя тоже 60 уровня. Почему-то никто не может ее дальше прокачать. Так, смотрим, что нам достается. 12 кристаллов. 50 вот этих вот очков. А где этот сам магазин? А, вот он, ребят. Давайте посмотрим расценки в нем. О-оу. Ух. Ну да. 40 тысяч. 55 тысяч. То есть такие расценки довольно серьезные, ребят. Ах, все, понял. Это, ребята, у нас как выдал героях башни исследований, да, по-моему? Ну, где мы там с вами проходим до самой кузницы. Это здесь то же самое, только вот так вот оно выглядит. Нет, что-то невозможно, ребята. Какие-то прогрузки постоянные. Так, поехали. Почему я не могу пропустить бой, а? Мне вот это интересно. Там же я могу пропускать? Да, я могу. А здесь почему-то нет. В чем проблема? Ну да, ребят, смотрите, видите, герои мои не отхиливаются. Ага, шаманка хильнула. Бинго, прошли. Так, давай сюда. Еще 15 очков. Ну что ж, двигаемся дальше. Я так понимаю, нам нужно дойти до коробки, видимо, или нет? Сейчас узнаем. Мы дойдем до своего тупика и все будет нам предельно ясно. Ага, отлично. Все, и здесь очередная победа у нас. Ну-ка. 25 тысяч голды получили. Угу. Подожди, а мы что, мы разве не продвинулись? Мы же должны вроде бы как с этой точки двинуться. Сундук. А, ну да, ребят, вот они и сундуки. 50 монет храбрости. Погоди. А в чем проблема-то, я не могу понять. Я же здесь прошел. Почему у меня не передвигается? Странно. Баг, глюк или как это называется? Кстати, ребята, вот здесь вот ферма поддержки. Пока еще не открыта, но написано, что будет скоро. Хотелось бы посмотреть, что это за поддержка там. Так, получаем добычу. Поехали. Так, добычу заберем. Битва. Давайте, накумарьте этих олухов. Плиз. А, так тут 47 уровень. Конечно, сейчас мы разбомбим их всех. Так. Я обожаю, когда идут массовые удары. Бум, вот это вот с мечом. Блин, ее бы на 5 звезд как-то качнуть. Я думаю, был бы хороший воин. Так, шаманку разобрали. Как он старается, а? Как старается, но ничего у него не получится, ребят. Ох, уронил все-таки мою героиньку, а? Ты посмотри на этого хламона. Так, ладушки.
Вернемся и посмотрим. Храбрый рейд. Да, открылось. Что-то действительно, ребята, с каким-то запозданием все это дело идет. Ух. Ну что ж, поехали. Че, неужели все на удар? Нет, сопротивляются гаденыши. Все, им не жить. Бинго. 8 гемов. Так, это у нас пятый этап. А сколько их всего? Наверное, здесь также штучек 11, 12. Может быть, даже 15. Первый ряд просто на ура сложился. Ага. Давай, опять, смотрите. Ковбой и шаманка остался в живых. Шаманку мы добили. Давай вот это вот. 20 далее. Ну, по большому счету, 20 это, ребята, капля в море, согласитесь, при таких расценках, которые там в магазине, это, конечно, жесть. Так, полтиннички уже, ребята, пошли. И 60 уровня враг. Ого, это уже серьезно. Это уже говорит о том, что, скорее всего, нас сейчас здесь, ребята, разберут. Блин. Ага, упал. Еще минус двое. Да ты посмотри, какая крепкая, а? Стоит и, блин. Сейчас уронят мне шаманку, стопудово говорю. Ну, будет ронять, нет? Не успела. Ха! Ну что ж, это только нам на руку, ребята. 30 тысяч голды мы получили и двигаемся дальше. Тут осталось, наверное, ну не так уж и много, в принципе. Хотя они могут вот здесь вот заколесить, заколесить. Так, 60-е и 40-е опять уровни. Она же, по-моему, у нас шаманка и хилерша заодно, поэтому должна она сама себя отхиливать, в конце концов. Давай посмотрим. Да, ребята, она себя отхиливает, но почему-то очень мало. Не знаю, с чем это связано. Давай, пробиваем, пробиваем, отлично. Ну что же, шикандос. Где же тут предел-то, будет или нет, а? Так, погоди-ка. У меня тут ящик, я смотрю, заморгал. Ну что ты с этой, со своей подгрузкой? Давай, ага. Это у нас следующие, а потом какие-то будут лучшие, или они просто еще как бы не открыты? Ладно, глянем, поехали. Черт, мало здоровья становится, а? С каждым боем все меньше и меньше, не знаю, ребят. Нас в любую секунду могут положить. Так, хорошо. Пока держим, ребята, удар. Не, должны здесь выиграть. Последняя шаманка. Отлично, упала. Ну-ка, что здесь? 15. Ну что же, вот так вот, ребята. Сколько тут еще интересно? Вот сюда мы должны прийти. Я думаю, еще где-то, наверное, уровня 2-3. Почему-то вот так вот, мне кажется. Ну-ка, давай посмотрим. А вдруг пройдем, ребята, сейчас с вами полностью. С самого начала до конца. Здоровья мало, ё-моё. Кто? Что? Блин, моя девица-самурайка погибла. Угу. Есть. Взорвали. Ай, смотрите, ребят, нас трое осталось. У них шаманка. Но шаманку мы победим. Все. Давай-ка вот это возьмем. 30 тысяч, опять же, денег. И это все, что ли? Да ну, быть такого не может. Всего 9... Нет, ребят. 150, это ерунда какая. Ах, вот оно как. Ух. Оно там продвигается, ребята. Так, ну что, через 5 часов с половиной мы получим с вами узника. Да? Да. Да, ох ты, мы здесь можем с вами поулучшать-то, поулучшать-то. А стоит ли?
давай, 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 давай. Так, а здесь? Здесь пока нам нечего делать. Хорошо. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, с вами встретимся чуть-чуть попозже и продолжим с вами играть в эту игру. Так что не расходимся пока. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэм, и продолжаем играть в игру Zombie Strike. Смотрите-ка, у меня здесь ствол какой-то уже готов, так скажем, к получению. Ну что ж, давайте приступим вначале, наверное, со сбора. Получить все. Ого, награды за босса гильдии. Отлично. Так, надо посмотреть, что у меня вообще в гильдии происходит. Так, ну, участников уже нормуль. Нормуль, так, заявки какие-то есть. Давайте, наверное, ребята, примем. Так, этот человечек уже в другом где-то клане. Так, холичик Брик. Так, тоже куда-то уже вступил. Все, еще, ребята, мы троих с вами сегодня наняли. Замечательно. Блин, международный язык. Я думаю, что здесь, ребята, у меня не только русские, но есть, наверное, и совсем на другом языке, может быть, даже англоязычный. Ну да ладно, в принципе, если не будут задавать лишних вопросов, главное, чтобы они потом понимали меня, что я от них хочу. Так, зайдем, наверное, в арсенал. Подождите секунду, ребята, арсенал арсеналом. Нам нужно посмотреть, что у нас по заданиям. Так, а по заданиям у нас получить награды в компании 5 штук, это понятно. И все, остальное я, ребята, с утречка уже, как говорится, дело сделал. Так, значит, давайте закрывать это все. И уже придется нам тогда просто смотреть, ребята. Ну, я знаю, что в этом, в баре, да, в баре у нас все сделано. Так, призов, 3 кристалла и еще один призов. Кстати, ребят, сегодня с утречка, знаете, кого я себе получил? Помните, я хотел получить фиолетового демона тьмы. Так вот, я его получил, да. Вот он. Правда, 4 звезды, но тем не менее, ребята. Гарскарт его звать. Вот такой вот чувачок. Уёкаламане. Кто он у нас? Он у нас контроль. Ну, честно сказать, он мне чем-то напоминает мне вот моего вот этого вот блокпост. Тоже, да? Что это с дубинами с такими в руках, что тот. Ладушки. Так, пригласить героя. Давайте призовем с вами базовых. Посмотрим, кто-нибудь выпадет у нас путевый или опять мимо кассы. Понятно. Одна звезда, опять одна звезда. Да, здесь не особо, ребята, жалуют раздавать героев. Даже те же самых 3-4 звездочных. Хе-хе. Зашибись. Все, ребята, содовая закончилась. Ну, естественно, я их сразу же пойду, ребята, исключать, потому что зачем они мне нужны? Из них ничего не сделать абсолютно. Их даже нельзя улучшить. Идут на корм у нас 3-4. Так, ну что, этих на разбор? На разбор полетов? Прощайте, я буду по вам скучать. Вот единственное, что я пока не понял, ребята, где брать вот эти вот медали? Странно очень. Где-то их можно зарабатывать, а где? Что-то я пока не пойму. Может быть, в какой-то лиге или еще что-нибудь в этом роде. Так, трансформация героя нам пока не нужна. Загадочный кристалл. У меня кристаллов пока нету. Пока нету. Так, по рулетке что у нас, ребята? У меня есть 2 жетончика. И думаю, что... Так. А если я обновлю бесплатно? Кого мне дадут? Давайте посмотрим. Ага, блин. Вот этого бы, ребята, получить. Ну, почему все они на 4 звезды идут, а? Странно как-то. 5-звездочного не хотят, ребят, давать. Хоть ты что сделай, не хотят, и все. Понятно, 50 тысяч дали. Хорошо. Поехали далее. Опять 50 тысяч. Ну что ж такая за непруха. Хорошо, хорошо. Давайте здесь гид по выживанию. Что мы сегодня с вами здесь заработали? Так, ну-ка. О, кстати, смотрите, ребятушки. Так, где? На 4-м дне, да? Получается, что пройти 50-й этаж, и я получу героя 50-го уровня. Хо-хоу! Надо обязательно сделать. 50-й этаж. Это, я так понимаю, скорее всего, ребята, в башне. В башне. Так, конец света. Мы получаем с вами курточку. И получаем также еще ботинки. Пока вроде бы все. Так, а где я остановился в башне? На каком этаже в данный момент? Оу, 41-й. 41-й этаж у меня, ребят. Ух-ху-ху-ху. Ну что ж.
Так, здесь у меня нельзя промотать. Нет, ребят, нельзя, к сожалению. Но просто мне хочется до 50 этажа дойти и пройти его. И я получу героя нового, пятизвездочного. Не знаю, насколько он хорош. Все, естественно, это узнается со временем. Так, хорошо. Ой, как мы их рвем. Ай, красавцы. Да, этот парень крепкий, смотри-ка. Ну, это так, нищеброды. Опа, неплохой он там суперудар сделал. Но это, естественно, ребята, их не спасет. Готовы, олухи. Так, кстати, интересно, я кого-нибудь могу, ребята, приподнять? В плане того, чтобы повысить. Давайте-ка посмотрим моих героев. Здесь я сегодня повышал вот эту вот Фриду с утречка. Так, искра. Искра. По-моему, не могу я развить. Да, ребята, мне нужно 400 склянок фиолетовых. У меня пока с ними проблемы, если честно. Так, убийца, блокпост. Блин, а что у него тут такое? Увеличивает атаку на 25%, пробитие брони на 20%. Слушайте, довольно неплохо. Но, опять же, нужно 200 склянок. Со склянками, конечно, большая проблема сейчас. Блин, у меня только вот 2 трехзвездочных персонажки. А, нет, вот еще есть. Погоди-ка, ребят, секунду. У нас же есть рюкзак. В рюкзаке мы сейчас глянем. Ага. Ничегошеньки здесь, к сожалению, нету. Но зато у нас есть шмотки. Поэтому шмотки обязательно, ребята, надо расставить своим, как говорится, бойцам. Посмотрим только на кого. Тут все пока отлично. Тут вроде бы тоже великолепно. Ребята, это, я так понимаю, сет, да? Чего-то мне не хватает одного. Видимо, куртки. И тогда будет здоровье плюс 1%. Это будет классно. Ну, 1%, ребят, ну... Смешно, конечно, но все-таки. Так, у нее еще будет последний, извините меня, суперудар. Это называется пассивка, да, получается? Базовая атака имеет 40% шанса увеличить самоатаку на 15, на 2 раунда. Да, это пассивка, ребята, будет идти. Чистой воды. Ух, бомбит. Ты-душ. Ах, как... Во, вот здесь мы можем, ребята, заменить экипировку отличненько. Здесь пока все отлично. Здесь тоже все хорошо. Ну, а этих ребят, я думаю, что нет смысла прокачивать, потому что все равно пойдут. Этих, конечно, можно было, они у нас на свет идут. Но мало ли нам выпадет все-таки пятизвездочный герой. Так что не будем пока распаляться на них. Так, бонус за вход. Воу, мы получаем с вами, ребята, видимо, какую-то пилу. Тут куда она исчезла, я не могу понять. Бонус за вход. Я нажал на нее. Ба, бонус за вход. И забираем, да, ребята, эти ее. Есть. Так, костюм исследователя. Короче, ребята, это у нас идет сет. Ну, здоровье. Так, смотрите, у него идет на здоровье и на атаку. Ну, истинного. Для истинного бойца, ребят, короче. Так, это у нас все есть, все было, все мы получили. Надо сейчас единственное, что поставить кому-нибудь. Кто у нас ближник? Ближник у меня убийца. Ну, по-моему, для убийцы, да. Такая уже стоит. Или не такая? Слушай-ка, по-моему, тут исследователя. По-моему, это даже получше чуть-чуть будет. Так, это вот здесь мы, наверное, сможем, да, поставить. Смотрите-ка, да, ребят, сюда как раз подошло. Для моей Кири. Замечательно. И видите, как долго все-таки, ребята, идет прогрузка. Вот я прогружу, ну, переключаюсь, и здесь вот. Почему-то на мобильнике такого нет, ребят. На мобиле все довольно быстро проходит. Почему-то именно на эмуляторе такая фигня. Так, что, еще какое-то достижение мы с вами получили? Ага, 50 кристаллов, 50 тысяч бабла. Достигнуть VIP-2. Этого, наверное, никогда не будет. Храбрый рейд открывается через 4 часа, ребята. Я в тот раз так и не прошел, забыл. Забыл его пройти. Так, у нас на черном рынке что-нибудь хорошенькое продают? Не вижу ничего, давайте сделаем вот так вот. Ага. Вижу героя 4-звездочного за 500 самоцветов. Но мне это не нужно, рулетка пока тоже не нужна. Вот сапоги. Нескользящие, 647 здоровья. Фиол. Фух, даже не знаю. Мне кажется... Ай, не будем, ребят, ничего пока тратить с вами. Думаю, что в этом нет пока надобности просто-напросто. Давайте зайдем в компашку, посмотрим.
Ой, да нам тут, ребят, совсем чуть-чуть осталось пройти, и мы перейдем с вами на следующую карту. Поэтому давайте. Так, две бейсболки. Все, как говорится, нормуль. Так, может быть, уровень получим с вами? Да, ребятушки, 48-й левел мы с вами зарабатываем. И это хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим. Битва. Так, у меня все расставлены, все по местам стоят. Все, поехали. Надерем задницу этим зомбарям, как говорится, да? Ого, такие палачи, блин. Ну, шансов нет у них. Вообще. Хотя застанили мою Фридочку. Так. Что вы делаете? Что вы делаете, олухи? Вам жить надоело? Ну, я вижу, что им надоело, ребят. Почему я поставил шаманку на первое место, хоть она и не танк? Ребята, у нее есть самоотхил. То есть она лечит себе здоровье. Поэтому ей позволено, блин, стоять здесь впереди, потому что она может как бы себя отхиливать и простоять как можно дольше, в отличие от других каких-нибудь там вояк моих. Так, что у нас? Давай, естественно, ребята, мы с вами. Этап 4, 14 миссия. Конечно же, будем рвать. Ага. Так, получим. Поехали. Будем раздирать им зады. Смотри-ка, шаманки и сзади вот эти вот какие-то полукиборги, блин. Бабочки-полукиборги. Хрен поймешь, кто они такие вообще. Ох, как хорошо молнии тоже шиманули. Как они могут пробивать, ребят? Ну, хотя, в принципе, если они дальники, да, стреляющие юниты, то, конечно, задние ряды они могут пробивать. Элементарно. Так, минус, минус. Ну давай, добивочные. Ну что, вот так вот. Так, сапожки получили. Две звезды, но пока, ребята, синие. Я не знаю, тут у нас эпик или... А, легендарная шмотка у нас последняя, ребята, да, будет. Ну что же, 4.15, как говорится, здесь у нас должен быть, по идее, босс. Также мы можем заработать осколок на 4-звездочного героя. Поэтому, ребятушки, отправляемся в путь незамедлительно. Тем более, в эту игру начал играть мой дружочек. Кстати, надо будет ему показать, на каком сервере я играю. Возможно, он присоединится, и мы будем с ним тоже рубаться. Ну, дружочек, я имею в виду мой друг, действительно, по жизни, который живет рядом со мной в моем же городе. Так. Ого, такие, да? Демоны, ядрёна вошь. А ну-ка. Ну, вата. Ребят, они ватные. Мы должны здесь пройти, порвать их всех. Но выглядят они, блин, мощно, конечно, такие чуваки. Так, замечательно идем, ребят. Так, не понял, ты че у меня? Опачки, они что, в камень у меня, что ли, превратились? Оу, первые потери были. Но мы выстояли. Так, достижение. Ну, давай получать, что мы тут получили. На карту, естественно, ребят, на карту мы с вами будем переходить уже... Была тюрьма, идем с вами на ферму. Потом у нас после фермы будет военная база, потом фабрика и пустыня. Пустыня будет последняя. После этого мы с вами вернемся на самое начало. Но уже будет ночной кошмар. И вот по возрастающей. Как в принципе это во многих играх вы замечали. Так, что у нас здесь? У нас здесь, ага, первый наш дружочек. Давайте встретим его аплодисментами и посмотрим, на что он здесь будет способен. Главное не раскисать, ребята. Ага, какие уровни? Полтиннички. Ну, в принципе, не так страшно, ребят. Могло быть и хуже. Единственное, что здесь очень много дальников. Так. Оп-оп, вы видели, да? Ясно, будем знать, чего от них ожидать. Так, кромсаем. Да что ж вы там делаете? Эй-эй-эй-эй, ироды. Блин, сейчас меня киллера убьют. Ах, они травят, ребята, вон отравление стоит. Вот оно что. Но, тем не менее, ребят, мы все равно их победили. Как бы они там ни пшикали, ни старались, все равно победа за нами. Хорошо. Так, вернемся, ребята, у нас здесь... Слушайте, а я думал, что мы что-то с вами... А, вот, конечно же, выполнили. Квест дня. Ну, это естественно, ребята, мы забираем 100 кристаллов. Это все задания, короче, мы с вами выполнили. Вот также можно зарегистрироваться в фейсе, и вы получите еще 50 кристаллов. Ага. Так, получаем. К
Кстати, тот же самый сет, который сейчас только что был на VIP 2. Мы с вами заработали. Так, получите 20 героев 4-звездочных. Понятно. Ну, тут, короче... Ох, ядрёно уж. Улучшение до 50 уровня. Улучшение чего или кого? Не понял. А, моего героя, наверное, скорее всего, ребята. Ох ты, еще будет. Слушайте, я... А, нет, это не будет. Это мы уже, ребят, с вами получили. Да, то есть задание скоро закончится у нас. И будет большая печалька. Так, храбрый рейд, это понятно. В арсенале что у нас тут? По арсеналу давайте посмотрим. Так. Ну, предположим. Предположим. Так, достижение какое-то сделали. Тут ничего такого нету. Я офигею, ребята. Блин, я хочу вот этот шлем себе. Золотой. А как посмотреть? Во! Костюм полного господства. Костюм полного господства. А значит, получается, броня вот эта вот, да? Она же? Нет, подожди, это штурмовика. А где же костюм? Ага, вот он. Так. Странно немножко. Ладно. Так, опять какое-то достижение у нас сделано. Ну, давай, 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 не томи. Получаем. Так, хорошо. Ну что же, придется, ребятушки, наверное, на этом завершать. Потому что все задания, как вы понимаете, я уже с утречка сделал. Жалко, конечно, что это все не записано было. Буквально перед работой все это замутил. Вот. И сегодня немножко проверил, поиграл. Так что остается только лишь ждать, ребятушки. Будем ждать с вами. Так, ну-ка. Битва, битва. А, здесь нужно, видите, здесь нельзя сразу там 5-6 раз. Список заявок. Заявок чего? Куда? Ну что ты так долго меня томишь, а? Так, погоди. Это, по-моему, ребята, на друзей. Так, разведка. Что разведка у нас находит? 26 тысяч голды. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых, ребятушки, видосиков. We'll be right back.